Нашла. Она вышла, но она в накидке, как невидимка ее делает. Невидимка. Хорошо. Может быть, кто угодно. И защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Иоанн в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Иоанны поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы еще здесь, я не могу ее поднять. Мешает тебе что-то? Она тяжелая. Хорошо, я даю на команду, на счет три ты делаешь. Нашу комнату диагностики. Один, два, три. Ты стоишь в комнате диагностики. Да, мы здесь. Отлично. Снимаю эту накидку, отправляю в клетку, тюрьму. Накидку сняла, у нее в ногах еще что-то. Что там в ногах проявляется? Тяжесть какая-то металлическая. И эта металлическая тяжесть, сила моего намерения, выходит из-под ног Иоанны и отправляется в клетку, тюрьму. Готово. Значит, у нас тяжесть и накидка, да? Да. Хорошо. Мы приветствуем Иоанну. Интересуемся, готова ли она к чистке, к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она уже доверила, она грустная очень. А что случилось? Почему, Иоанна? Какую-то серость она в себе показывает. Серо. Мы это все сегодня уберем, будет радость, все будет хорошо. Я даю команду, значит, три, сканер сканирует пространство над головой Иоанны, сканирует все семь тонких тел Иоанны, находит все. Не демон, инсектоид. Джин, дракон и спрут. Какой дракон? Красный. Хорошо. Хорошо. Чья это тяжесть? И чья это накидка? Тяжесть демона. Да ты что? Накидка спрута. Считай цифру у демона над головой. 12. Демон, а что это ты такую тяжесть сделал, что мне тебя поднимать было сегодня трудно? Слова от него идет грусть, он собирал этой тяжести. Это что, она такая тяжелая из-за этой грусти? Или ты мне мешал работать, подниматься, утяжеляя ее? Давно у нее тяжесть это стоит. Хорошо. Как долго ты находился в ее биополе? Подожди, он говорит, что эта душевная тяжесть скатывалась вниз. Ага. Вот эта тяжесть, конечно, серьезная. Он 7 лет. 7 лет. Хорошо. Инсектоид, как долго ты находишься в этом биополе? 5 лет. 5 лет. У тебя инкубатор стоит? Стоит. Считай цифры над головой Джина. 22, 18. Синий, значит, да? Джин синий, да. Синий, понятно. С какой вещью ты попал, Джин, к ней? Как долго ты находишься в ее биополе? Не к ней, домой изначально попал с подушкой. Вот, хорошо. В ней 3 года. В ней 3 года. А подушечка пришла, и ты был с ней. Это был подарок или она сама купила? А он не знает, она принесла. Хорошо, красный дракон, считай цифры над головой. 32, 11. Одна голова? Да. Как долго ты находился в биополе, красный дракон? 2 года. А накидка чья? Спрута. Спрут, ты накидку можешь делать? А от кого ты ее закрывал? Своих энергий. А от кого ты закрывал это его своей энергии? От всех, она моя. 15 лет. А, 15 лет ты сидишь. Ну, спрута я тебе сразу же сказал, там спрут. Видно его даже на фотографии было. То есть ты считаешь, ты из нее делал практически сейчас спрута, да? Ты считаешь, она твоя? И соответствует всем твоим энергиям. Делал я все энергии, подкорректировал и связал нас. А она добровольно это тебе разрешила делать? Или как это было? У тебя есть вообще разрешение от нее находиться в ее биополе и проводить такие манипуляции? Или ты считаешь, у тебя право сильного, потому что она тебя не видит, и ты можешь перемещаться в астрале? Ты можешь проникать к кому ты хочешь? Это она так? Гибкая, она все согласована. Объясни, что именно согласовано между тобой и Ионой. Не против она моих манипуляций. Она тебе лично об этом говорила, как-то сообщала тебе об этом? Прямым текстом, что она согласна на то, что ты интерферируешь с ее биополем. Было такое? У него глазки, как у поросенка. А этот поросенок понимает, что
он находится в таком месте, от которого можно уйти в галактическое ядро. Он ее захватил. Нет, он не понимает это. Не понимает, хорошо. Хочет это понять, я могу это ему устроить. Но я сейчас пока спрашиваю Иоанна. Этот спрут утверждает, что вы давали ему свое согласие на то, чтобы он входил в ваше биополе. Это правда? Нет, конечно, я понятия не имела. Спрут, ты меня обманул. Спрут получает удар 100 тысяч герц. Удар. Он задыхается от твоего удара, он очень большой, и он не сказал, что он ничего не ответил. То есть он не обманывал, он просто проигнорировал. Это и есть наказание за игнорирование. Ты обязан отвечать на мои вопросы, Спрут. Если ты думаешь, что ты будешь отвечать только на те вопросы, которые тебе нравятся, я тебя должен разочаровать. Ты преступник. Он говорит, не бей меня. Я не просто бью тебя, я тебя еще сегодня могу серьезнее наказать. Может быть, ты какой-то рецидивист? Мне тебя... больно, я не люблю боль. А ей было больно от тебя или нет, скажи мне, Спрут. Я тебе даю просто почувствовать сейчас, как она себя очищала, когда на нее идет воздействие. И ты виновник этого воздействия. А сейчас ты говоришь, тебе не нравится то, как с тобой поступают. Я это понимаю. Но иначе ты, Спрут, никак не поймешь, что за свои поступки надо отвечать. И галактика имеет свои законы. Есть законы мироздания, которые ты нарушил. Я тебя предупреждаю, если ты еще раз осмелишься мне не ответить на мои вопросы, ты получишь удар в 500 тысяч герц. Я тебя подвешу за лапки в комнате, будешь висеть под потолком. Я не согласен. Да? А она согласна была с таким воздействием? 15 лет. А, Спрут? Конкретного согласия она не дала, но и не сильно возмущалась. Все. Она конкретного согласия не дала. Вот эту фразу. Все остальное меня дальше не, после «но» не интересует. Не дала. Ты вошел насилием. Если ты имеешь право входить насилием, точно так я имею право воздействовать, вернее, она на тебя. Если я сегодня спрошу Иоанну, как она хочет с тобой поступить, и она скажет: «Сожги Спрута». Как ты думаешь, что я сделаю? Надеюсь. Тогда должен быть шанс. А какой шанс первого ты? Раза. Хорошо, шанс. Какой ты ей дал шанс за 15 лет? Объясни мне. Я не делал больно, я обволакивал постепенно. Ты ее полностью закрыл от всех. И ты это сам признал. Это взяло много времени. Ты не давал ей права воспользоваться свободой на свои энергии. Это закон мироздания. Ты забрал у нее право на развитие. И вообще, чего я со Спрутом разговариваю? Короче, поехали дальше. Все. Красный дракон, мы с тобой разобрались, с Джином разобрались, поехали с Реверсом. Демон много вообще забирал у нее какой-то, как сказать, личности, что ли. Он высасывал с ней энергию. У меня даже сил не было сопротивляться. Демон, а с чем связано такое массивное твое воздействие? Почти уже личное воздействие какое-то на нее. У тебя есть контракт вообще с этим человеком и право на него воздействие таким образом? Или ты тоже, как Спрут, считаешь, что здесь законов нет? Он говорит, есть должок. Есть контракт? Нет, уже такого понятия. Контракт, как раньше, подписанный кровью. Есть должок, обмен. Что она у тебя просила? Она не у меня просила, но получила от меня. Объясни, покажи мне эту ситуацию, для того, чтобы я точно понял. Что она просила конкретно, на что ты ответил? Демоны не говорят правду. Да? А ты знаешь, а демона можно заставить говорить правду? Это насилие, в этом случае оно неприменимо. А ты применял насилие этой тяжестью 7 лет? Он показывает болезнь. Итак, была у нее болезнь. Итак, у нее была болезнь, процесс выздоровления. Что у нее она... или у ее близких. Угу. И что она сделала, что ты пришел? Сказала, что все отдаст. Лишь бы кто-то выздоровел, да? Угу. А к кому она обращалась, Дима? А я услышу. Хорошо, а к кому она обращалась с этими словами? Никому конкретно.
Может, она к Творцу обращалась, к Абсолюту? И почему ты слышишь эти слова? Почему ты приходишь? Все слышат. Все слышат. Когда вы что-то просите, спрашиваете, что взамен отдаете. А, вот как. Хорошо, допустим, это так. Тогда меня интересует, что ты ей дал. Дал то, что она просила. То есть ты способствовал выздоровлению человека, которого она просила? Я правильно понимаю? Ага. Хорошо, спрашиваем Иоанну. Иоанна, вы слышали наш разговор с демоном. Вы знаете, о чем идет речь? Растеряна, она говорит, что много в жизни ситуаций было. Но сейчас вы понимаете, что кто пришел на ваши просьбы? Мог ребенок болеть, я уже не вспомню. Да, понятно. Но это было в течение 7 лет, я как полагаю, да, демон? Это было в течение последних 7 лет, да? В начале. Хорошо, я обращаю просто внимание Иоанны, что просьба без адресата всегда попадает не в те руки. С адресатом тоже. С адресатом тоже. А как ей избежать тогда эту подключку, если даже с адресатом? То есть не просить что-то или как? Ну, как ей надо было поступить в этой ситуации правильно, с ее точки зрения, чтобы ты не вошел? Как я уже сказал, спрашивать, что взамен. Все понятно. Все это понятно. Это первое. А второе, не мне тебя учить. Мои энергии и твои энергии по-разному чувствуются. Согласен. То есть она могла это ощутить сразу. Все, демон, я благодарю тебя за эту информацию, за то, что ты мне помог сегодня понять эту ситуацию. Я хочу спросить, есть ли лярвы в биополе Ионы? Да, есть. Хочешь ли ты эти лярвы забрать с собой? Кто же от лярв отказывался? Хорошо, значит, я тебе дам отдельную команду, когда ты вытащишь все, что ты оставил в биополе, отдельной командой, потом доложишь мне, и я дам тебе разрешение их забрать. Начинаем со спрута. Спрут, выходи, снимай, вытаскивай, отсасывай, чтобы ни одного твоего микрона не было в биополе Иоанны. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если хоть микрон у тебя там останется, или ты что-то забудешь, или какую-то сеточку припрячешь, ты сгоришь по каналам. И предупреждаю всех относиться ответственно к этой чистке. Приступай, спрут. Он уже приступил. У него в спине как белые такие нити, как нервы. Позвоночнику достает он. Каша в голове, да. Демон, скажи мне, а кто больше всего из интерферентов кошмарил ее? Кто доставлял? Видно же здесь. Ты пропадаешь, Вера. Видно что? Видно здесь, чьи энергии преобладают. Белым туманом вся покрыта. Спрут, понятно. Ты даже джина перепрыгнул с красным драконом. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся. И возвращайся в клетку. Приступай. У него голубая чакра. Голосовая. Вишутка. Понятно. Как отражалось... Достал. Как отражалась эта плата на ее самочувствии? Что ты манипулировал? Как она себя чувствовала? Объясни мне. Она говорила то, что ты хотел, чтобы она говорила, или ты не давал ей говорить, или как мне это понимать? Подсказывал я иногда, что сказать. Можешь дать один пример твоих подсказок, чтобы я понял, о чем идет речь? Срывалась она. Ты ее провоцировал на крик? На какие-то негативные энергии, эмоции, истерики? Иногда, чтобы энергию... Выплеск был. Усилить, да. Так вы отлично с демоном себя чувствовали в этом биополе. Хорошо. Так, джину выходить не надо, джин. Собирай всю свою пыль. Ничего не забывай, вытаскивай. Прямо из клетки ты это можешь. Давай. С рук пыль выходит у нее. Угу. Джин, как готов. Это... Как эта пыль воздействовала на нее? Что ты заставлял ее делать руками? Денежку зарабатывать? Отвечай. Он показывает, что она в постоянном каком-то движении. Понятно. То есть движение... Чистоту наводит. Все понятно. Человек, который не может остановиться, ему надо что-то делать, даже если это не надо делать. Правильно я понимаю? Правильно. Хорошо, джин, мне здесь все понятно. Инзектует, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Инкубатор вытаскивай, жидкость отсасывай. Ничего не забывай.
Готово. Хорошо, демон, твоя очередь, выходи. Вытаскивай все, что ты привязал, присоединил к ней. И прямо на месте доложи мне о готовности. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Демона в ногах, все с ног снимает. Утяжелял, да? Подключен, этот груз подключен был. Понятно. Готово. Разрешаю тебе, демон, забрать все лярвы, ничего не забывая. Приступай. Сердечная чакра, не лярва. Угу. Низ живота. Хорошо. И спина, позвоночник. Там боли должна была ощущать, да. Тяжести у нее были, боли там. Готово. Хорошо, возвращайся в клетку. Хорошо, буду отпускать. Демон, готов уходить? На старте. И еще у меня один вопрос ко всем присутствующим. Мы скоро будем чистить ее дом. Кто из вас присутствует в ее доме? Джин присутствует. Хорошо, Джин, я тебя просто предупреждаю. Я тебе рекомендую забрать все и убрать, потому что если мы с тобой встретимся, сегодня мы не будем чистить ее дом, но, возможно, завтра. Если мы придем, и я тебя там встречу, я очень расстроюсь. Если я расстроюсь, у тебя будет что-то болеть. Я не хочу тебе доставлять неудобств, поэтому прими это серьезно к сведению. Тебе понятно? Понятно. Отлично. Демон готов уходить, и будем его отправлять. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Все хорошо, инзиктоид. Ты готов уходить? Да. Ты все понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида. 1, 2, 3. И инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, с Джином мы уже... Он уже в курсе, что нужно сделать. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Красный дракон, ты готов уходить? Да. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает свои платы и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, Спрут. Ты будешь еще пытаться подключиться к этому человеку? Нет, не будет. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Накидка, тяжесть остались там? Тяжесть забрал. Демон забрал. Демон. Хорошо. Накидка осталась, да? Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро, и оно уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Хорошо, все ушли. Поехали. По частотам. Готово. Хорошо, Иоанна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после чистки? Радостно чувствую, я вся свечусь. Замечательно. Держите эту чистоту. Будем возвращать сейчас вас назад в ваш биоробот. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Иоанны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Я на месте.